Сегодня участники слета юных инспекторов дорожного движения обучаются гольфу от преподавателей со слета «Динамо». Такое сотрудничество решили провести организаторы слетов. Вице-президент Федерации детского гольфа Данил Губарев провел несколько мастер-классов для юных инспекторов. Затем участники из Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Кыргызстана сразились в турнире. В каждой команде по 4 участника. Наш мяч ближе! Турниры проводились на площадке для мини-гольфа Всероссийского детского центра «Смена» по правилам игры французского побережья. Называется «Питанка» игра. Правило игры заключается в том, что есть некий мячик кашанет, он отдельного цвета, и два вида цветных мячей. Третье место в турнире заняла команда из Казахстана, второе – Азербайджан. Победителем стала Беларусь. Очень интересно, время пролетело вообще незаметно, нам понравилось. Потому что мы победили. И вот вышли в финал с Республикой Азербайджан и заняли первое место. Мастер-класс по стрельбе из пневматической винтовки заинтересовал большинство участников смены юных инспекторов дорожного движения. Оперуполномоченный УКОН ОМВД России по Смоленской области Светлана Марченкова учила сменовцев попадать в цель. Первым выстрелом мы приводим датчик под себя, под стрельбу настраиваем. Потом 3 выстрела мы делаем пробных и 5 зачетных. Стреляют из положения сидя или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанции 10 метров. Учения проводились на стрелковом тренажере «СКАТ». С помощью специальной программы преподаватель видит, куда пришелся выстрел. Организаторов слетов юных инспекторов дорожного движения и «Динамо» объединяет любовь к детям. Такое сотрудничество пойдет на пользу не только участникам смены, но и преподавателям.